Далеко не все рязанцы знают о том, что в самом центре Рязани находится один из старейших художественных музеев России. Рязанский государственный областной художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина основан в начале 20 века местными энтузиастами. Их целью было с помощью выставок приучить местную публику к восприятию профессионального изобразительного творчества. Первая художественная выставка в Рязани была организована в 1906 году и включала в себя произведения как художников-профессионалов рязанских и московских, так и местных любителей. Организаторами выставки были местные художники Александр Александрович Киселев-Камский с женой Еленой Андреевной Киселевой, художники Соколов, Пырсин и примкнувшие к ним представители рязанской интеллигенции. Поначалу, с 1906 года, выставки проходили в несохранившемся до наших дней деревянном павильоне Летнего театра сада Общества Трезвости на пересечении улиц Мальшинской и Левицкой, ныне Свободы и Радищева. Позже в составе местной интеллигенции стал появляться авторитетный гравер, профессор Императорской академии художеств Иван Петрович Пожалостин, работы которого и послужили основой музейной коллекции. Датой основания музея принято считать 30 марта 1913 года. В январе 1915 года Рязанская дума приняла постановление о передаче музея в ведение города, и уже 23 марта того же года он был открыт для посещения. Выставка первого собрания произведений музея прошла в городском Романовском училище на Семинарской улице, где музею решением городской управы были временно отведены зал и две комнаты. Было представлено 72 наименования. Профессиональный уровень этих работ был таков, что многие из них по-прежнему занимают почетное место в нынешней экспозиции музея. В 1918 году музей имени Ивана Петровича Пожалостина вошел в состав Губернского историко-краеведческого музея. Вместе с другими отделами краеведческого музея он находился на территории Рязанского Кремля, бывшего архиерейского подворья, и занимал отдельное двухэтажное каменное здание консистории. С 1980 года музей располагается в памятнике архитектуры начала XIX века в благородном пансионе Губернской мужской гимназии. Сегодня в коллекции музея свыше 12 тысяч подлинных произведений мастеров 15-20 веков различных видов и жанров искусства. В 60-е и 70-е годы прошлого века в результате многолетней экспедиционной работы музея были значительно пополнены коллекции произведений древнерусского и народного искусства. Коллекция включает иконы, начиная со второй половины 15 века. В последние десятилетия 20 века наиболее активно пополняющейся частью собрания является раздел современного искусства, где представлено творчество ведущих российских мастеров и рязанских художников. Также в музее представлены отдел с работами художников европейских школ XVI-XIX веков и отдел декоративно-прикладного искусства с работами из керамики, фарфора, стекла, предметами мебели.